Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я вам расскажу о жизни Влада Левского до того, как он стал известен. Ну а если вы впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь, ведь мы идем к 15 тысячам до Нового года. Ну а теперь я вам пожелаю приятного просмотра. Все начиналось в славном Волгограде, где в самой обычной семье 3 марта 2000 года родился мальчик. Ходил он в самую обычную школу. Но помимо этого, он мечтал стать фотографом. Камера нравилась ему еще с детства. Тогда Влад гонялся за родными и друзьями, снимая все, что видел вокруг. Школа закончилась, и парень переехал в северную столицу нашей родины с целью поступить в СПб ГУАП, что он с успехом и сделал. Также Влад воплотил свое давнее желание обучиться фотографии, записавшись на курсы фотографов. Но сходив на них 3 раза, неожиданно понял, что находиться по ту сторону камеры ему нравится больше. Творчество. Это открытие заставило Влада попробовать заснять видео и выложить его в ТикТок в июне 2018 года, а потом еще несколько. Но на этом все и остановилось. Таким образом, парень забросил ленту. Но спустя полгода у него накопились новые идеи. Влад снова начал наполнять ленту ТикТока, на этот раз примеряя на себе разные смешные образы, корчась и дурачась на камеру. Друзья говорили парню: «Не майся ерундой, это все кривляние, ты думаешь, так ты можешь заработать?» Но что-то опять заставило Левского перевоплощаться, теперь уже в более мрачные и таинственные образы. Например, в дьявола, в нападающего на подростков, сумасшедшего Санта-Клауса и в свихнувшегося клоуна. Свое имя в ТикТоке Влад сменил на Люцифера, а в Инстаграм он стал принцем тьмы. И тогда понеслось. Образы начали сменять друг друга, костюмы и мейки становились все более профессиональными. Но то же самое можно сказать и о его кадрах в Инстаграм. Каждый момент ТикТока детально был проработан до последней мелочи. Парень настолько стал вживаться в роли каждого своего персонажа, вкладывать туда столько души, что порой это было даже жутковато. Его привлекали в то время образы потусторонние и ужасные. Видео в основном на мистическую тему. Влад добился того, чего хотел. Всеобщего внимания и бешеной популярности в соцсетях. Причем он всегда спрашивает мнение своих подписчиков, удалось ли ему вживиться в свою роль, и кого бы им еще хотелось увидеть в его исполнении. Известность. Популярность парня не могла не привлечь внимание других блогеров, и Левский начинает сотрудничество с ними. Его ролики с участием других блогеров выходят на YouTube, ну а сам он становится участником ТикТока дома K-Camp. Там он хорошо сдружился с Карам Бэйби, и вскоре они вдвоем покидают этот дом. Творческий союз тиктокеров Chillzone с радостью принял креативного, яркого парня, и почти год он участвовал в их жизни. Было бы странно, если бы такое сокровище не заметил отец и основатель Dream Team House Ярослав Андреев. Влад же принял его предложение и стал жить с тех пор в ТикТок-доме постоянно. В Dream Team же написали о том, что у них появился мальчик, с чем и попросили их поздравить. Творческая карьера Левского продолжилась, когда в мае 2021 он стал ведущим канала на YouTube шоу «Мамины подруги». Тут блогер проявил себя в новой роли, корни изменив стиль программы, нарушив все ее правила. Ну а сейчас Влад продолжает снимать свои тиктоки и радует своих подписчиков. Ну а на этом мой видос подошел к концу. Если вам все понравилось, то с вас лайк и подписка на канал. Всем удачи, всем пока. У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это после... Что такое Underground?